Ребят, всем привет! Так, я проверю сейчас громкость. У меня видео заедает. Так, окей, все, громкость нормально. В общем, на заднем плане моя хата, да, я, короче, делаю мунбанк. Сейчас день. И, в общем, это видео выйдет, конечно же, после каникул. Так что, сорян. Да, мне тоже нужен отдых. Это второй раз уже повторю. Ну, в общем, котик, все супер. Да, сегодня я ем вот такое вот чудо. Я его ем, наверное, только второй раз в жизни. Именно вот, как бы, эту фирму. То есть, вот эту вот фирму, да. Вот, с курицей и, в общем-то, да. И вот на заднем плане вы видите вообще мою комнату. Вот это вот календарь, где у меня еще картинка с оленями, которую я сам рисовал акриловой краской голубой. Там моя кровать. Вы видите мою собаку вместо подушки, которая, да. У меня там очень много игрушек, если вы заметите. Вот. Это мой стол, где я обычно снимаю эти видео. И вот моя гирлянда с моими фотками. В общем, вы, как вы видите, я живу. На камере, кстати, это очень даже неплохо выглядит. Хоть немного всего. Вот. И, в общем, сегодня я ходила в магазин, как вы заметили, по столу. У меня там краски и бумажка. Да, все супер. В общем, купил я акриловые краски, еще купил. Потому что у меня... Сейчас покажу. Вот, с прошлой моей покупки акриловые краски. Вот, у меня было их 5 всего штук. Одна у меня голубая была. Вот, я ее рисовал. Я рисовал вот эту вот картину. Вот. И вот одна висит у меня на календарике. Олень, там олени, и на корейском написан стих про оленей. И вот я купила еще вот такие вот красочки. Здесь у меня красный, оранжевый и коричневый, да. Но они без бумажки, значит, другая фирма, скорее всего. Но я буду надеяться, что они тоже нормальные, окей. И я купила еще вот такой вот лист. Он немножко помялся от резинки, но ладно, это бывает. И на нем вот я как раз таки буду рисовать картину. Бумага очень плотная, это акриловая. Да. Все супер. Вот, и как вы поняли, я купила еще на свои денежки, которые мне дала мама. Крышка вся мокрая. Бупышку, короче, сюда. И у меня еще, конечно же, чай. И из кружки, которую я выиграла на Новый год. Чай уже остыл. Капец. В общем, буду пока рассказывать о новостях. Сегодня 3 число. Да, чтобы вы знали, когда я снимала это видео. Сегодня 3 декабря. Ой, декабря, блин. Январь. 3 число, январь. Короче, все просто супер. Господи, это превосходно просто, смотрите, это красиво. Кто сейчас кушает, вот реально, вот берите с собой что-нибудь пожрать, потому что я думаю, это видео будет очень долгим. И думаю, вы проголодаетесь, пока будете на это смотреть, потому что я уже голодная. Хотя я бубышки стараюсь не есть, я вообще стараюсь перейти как-то на нормальную еду. И стараюсь употреблять меньше мяса и соусов всяких, но для мунбанга... Я беру вот специально такое, чтобы себе давать какую-то свободу. Я ем, кстати, китайскими палочками. Не знаю, это плохо видно, но окей. Да, вкуснятина. Я купил, короче, это Хикспрайс за 25 рублей. Когда бомжуешь. Ну, в общем, о новостях. Сегодня 5 января. Каникулы у нас примерно до 14 или 15 числа. Вот.
Ну, по крайней мере, я так думаю. Потому что на прошлых зимних каникулах у нас они были на один день больше, чем у школьников. Вот. А как я знаю, что у моей школы, где я раньше учился, у них каникулы до 14-го, то есть 14-го они уже идут в школу. Да. Все просто не кипят. Вот. И, в общем, расскажу, что сегодня вообще было. Сегодня я проснулся от звонка своего брата. Ну, как бы, мне позвонил брат с армии. И я была там очень рада. Я не знаю, видит ли он это видео, но если видит, то привет. Да, супер. Ты видишь, какие у меня волосы. Кстати, да, вы теперь видите прям вот какой у меня цвет волос. Он реально такой в жизни. То есть цвет реально получился такой синий, как бы, но на, как бы, смотря какое освещение, потому что иногда освещение падает так, что как будто волосы кажутся голубыми слегка или отдают зеленым. Это от того, что у меня волосы как бы просто были осветленные, то есть я не помыла их шампунем, чтобы желтизну убрать. И как бы из этого они у меня слегка, да, наверное, зеленым отдают, не знаю. Что ж она такая длинная-то? Чтоб узнали, я не ломаю лапшу. У меня вот все ломают лапшу. Некоторые у меня в семье не очень-то и любят. Но вот я обожаю ее длинную. Я ее ем китайскими палочками. Кстати, я почти все ем китайскими палочками, во-первых. Почему я это делаю? Наверное, потому что так медленнее ты ешь. Потому что тебе надо сначала еду поймать, а пока ты живешь, как бы. И да, от этого медленно делается. Хотя лапшу я ем все равно быстро. Я, блин, не знаю. Вот. Так что как-то так. В общем. Ночью я снял, кстати, туннели, и утром, блин, это было пипец. Ребят, когда у вас туннели, тем более маленькие, никогда не снимайте, если не хотите, ну, вот эти вот растяжки, их никогда не снимайте, если не хотите, чтобы у вас затянулись они. Потому что, блин, утром они у меня реально затянулись. И я учился с тем, чтобы их полностью надеть. Да, я мазала кремом. Крем лисичка. Я вот это уже говорила про, как бы, видео про туннели, как я вообще начала растягивать. Наверное, через год я сниму вообще всю историю, как я живу с туннелями и вообще все-все-все. Но у меня туннели все равно скоро должны прийти, по идее, плаги и растяжка на 8 мм. Я не знаю, что там будет, но посмотрим. И когда я растяну на 8, я все равно сделаю отдельное видео, как я растягивала на 8 мм. И стоит ли таким же способом, как я, пользоваться. Вот, как вы видите, я одел золотые сережки, кстати, да, это мои сережки золотые, чтобы мне нормально зажили уши, потому что, не знаю, я его недавно задел, и, блин, оно слегка кровоточило, да, потому что я его очень сильно дернул. Не одевайте сережки, у которых есть какие-то надписи на том месте, где они их шевелят у вас. Потому что вот эта сережка, на ней есть надпись на тонкой этой хрени, которая просовывается в ваше ухо. И, в общем-то, блин, из-за этого бывает больно. Да, так что так. Круто намотал. На окне очень холодно, потому что здесь дует.
У нас нормальные окна, у нас не пластиковые, не переживайте. Но зима дует. Как бы из-за этого у меня ББшка скоро будет холодной, наверное. Вот. Что еще у меня было? Сегодня мы с бабушкой будем прибираться после того, как я сегодня видела. Мы будем прибираться на кухне, потому что моя закваска просто разорвала банку, ребят. Да, так что это пипец. Из-за этого у нас весь пол просто в этой закваске, как бы на том месте, где она была. Она залилась прям под газплиту. И, в общем, сегодня мы будем там убираться, да. И, в общем, бабушка сломала кран еще в придачу, просто его протирав. Короче, жесть. У нас теперь нет воды. И, в общем-то, надо, чтобы нам сейчас его кто-нибудь починил. Будем искать такого человека. Наверное, мой отчим с этим справится, не знаю. Посмотрим. Вот. Так что как-то так. Блин, это пипец как вкусно. Но, если честно, я думаю, будет острее. Я люблю острую ВП-шку, потому что, блин, ребят, острая ВП-шка, она очень помогает, когда ты простужен. Вот. Я все никак не могу выжить, я постоянно болею. Наверное, я себе это просто в бошку вбил, потому что я болею, из-за этого я болею. Ничего. Бывает. Да. Вот. Также сегодня я сходил на почту и узнал, что в Германию, в принципе, не так уж и дорого отправлять открытку. Да, стоить это будет примерно где-то 45 рублей, но еще же надо открытку покупать, так что где-то рублей 100 я потрачу. Вот, но пока денег нет, так что я это положу на долгий ящик, как обычно, да. Когда у меня нормальные деньги появятся, тогда я и буду отправлять в Германию или куда-нибудь там, да. Потому что я сейчас залеган на прикольный сайт, где тебе отправляют открытки, и ты там открываешь, ну, вообще все классно. Понятно, какая попала. Чай пипец какой холодный. Я не люблю холодный чай, чтобы вы знали. Знаете почему? Потому что я постоянно им давлюсь. Да, я постоянно им давлюсь. Вот, к примеру, вчера вечером я тоже снимал видео. И, короче, я подавился прям в то время, когда я снимал. Короче, было очень смешно, да. Вот. Если честно, на улице у нас сегодня очень, кстати, тепло. Да, у нас очень тепло. Это уже классно. Я немножко, где-то 2 минутки даже без шапки походила по улице, чтобы как-то вот почувствовать это тепло. Но, если честно, у меня то, что много сережек и почти все они железные, кроме вот туннели. Как бы, да, они из акрила, вот, и как бы, из-за того, что у меня есть железные сережки, у меня просто замерзли уши, да, капец.
Но если кто-то думает то, что зимой нельзя ходить с тренерами открытыми, то знаете, есть прикол в том, что если у вас мочка нормальная, то есть вот такая, да, а не тонкая, то вам можно еще ходить по улице без шапки, в принципе, если у вас еще мало миллиметров в туннеле. Но если они, к примеру, вот уже будут 10 или 12, я думаю, там уже, ребят, без шапки не походит никто из вас. Вот. Я, если честно, долго могу рассказывать о туннелях. Я, наверное, сделаю это в отдельных видео, но все же я вам расскажу. Я недавно вот, не знаю, может, я говорила, может, нет, что я посчитал, когда примерно должны прийти мои посылки, да. Но одна, блин, из них еще не пришла, которую я заказывала как бы из первых еще посылок. Она до сих пор не пришла, я думаю, меня наебали. Да. Вот. На улице, блин, вообще классно. Я не знаю. Сегодня, кажется, четверг, кстати. У меня по четвергам, по идее, я в лес хожу. Я, наверное, сегодня вечером только пойду в лес, потому что я уже говорила, что я буду проверяться с бабушкой на кухне. Я, кстати, начал подводить глаза прямо вот внутри, да. Вы это прекрасно видите. Вот, не знаю, мне начало это нравиться. Снова подсела я на готическую, блин, вот эту фигню всякую. Ну, блин, как бы, если ты когда-то был хотя бы немножко готом, у тебя это все равно как бы останется, и ты все равно будешь любить эту музыку и все на свете. А я сейчас очень на него похож, на гота. Ну, или, по крайней мере, на неформала, я думаю, тоже похож. В принципе, я и есть неформал слегка так. Да, блин, я весь сейчас обмажусь просто этой вспышкой и все. Знаете, я заметила, что некоторые блогеры снимают свои видео и при этом как бы записывают свой звук на микрофон. Но, знаете, я не хочу в будущем микрофон для своих видео вообще делать как-то, да. Почему? Во-первых, вам будет неприятно слышать какие-нибудь звуки, как мне, ну, к примеру, вот я слушала то, что не нравится, да и читал, то, что не нравится слышать чавканье, подчмокивание, как человек глотает, к примеру. Это все очень будет хорошо слышно на микрофоне. Я думаю, просто вам не будет это приятно. Но если хотите, я попробую как-нибудь снять, конечно, на диктофон свой голос и вставить в видео. Ну, я не знаю, получится ли вообще. Вот, ну, если хотите, я попробую заснять. Но для этого надо, чтобы вы написали в комментариях об этом. Ну, не ставьте плюсик, но тогда вам все равно придется писать мне, насчет чего вы поставили плюс. Хорошо, да. Вот. Сейчас я еще буду думать насчет того, какую картину мне нарисовать, потому что я не знаю, что я хочу нарисовать. У меня, в принципе, недостаточно, я думаю, оттенков. Не знаю. Но я хочу что-нибудь красивое нарисовать, чтобы я смотрела и мне бы это нравилось. Да. Сейчас выйдем пупышку. Не знаю, делать ли кто-то из вас так же.
но мне нравится сначала кушать пушину всю, а потом успевать остатки. Классно. Здесь эти комочки попадаются, я не знаю, что это нет. Сейчас я попробую вылезть и объяснить. Вот, комочек. Ну, не знаю, что это. Типа хлебушка что-то. Ну, по идее, это должна быть, по идее, курица, да? Наверное. Не знаю. Ну, кстати, вот бульончик намного острее, чем моя лапша. Хотя, по идее, я обычно, когда ем лапшу, она гораздо острее, чем бульон. Не знаю. Хрень какая-то. Я сейчас просто сама культурно исполнить. Жру, мне все капает. Вот. Что касается моих рисунков, скетчбук. Я на нем рисую. Я бы снял новое видео про то, что я уже нарисовал за все это время. Но прикол в том, что у меня большинство рисунков не дорисованы, либо наброски. Но я могу прямо сейчас показать. Я, наверное, это сделаю прямо в этом видео, чтобы не делать отдельное. Так, ну, в общем. Вот этот скетчбук, я думаю, вы его видели, но я не помню, видели вы докуда его, так что вот я быстренько так пролистаю. Вот. Уже 22 минуты. Как я долго его стоим? Вот. Вот. Вот эта часть еще не докрашена, кстати. У меня тут много чего не доделано, как я хотела. Вот. Я думаю, если бабушка увидит эскизбу, которая мне подарил как раз. Она просто сидит, как я его разрисовала. То есть она видела его чистеньким, а тут уже весь вот такой вот. Мне, кстати, вот этот ворот очень нравится на видео, потому что он очень, не знаю, очень красиво выглядит. Хотя на самом деле вблизи он не так уж красив. Да. На улице очень сейчас так красиво. Солнышко, при этом такие облака красивые, очень классно. В общем, вот. Потом вот. Здесь можно заметить, что не дорисовано. Да. О, сейчас моя любимая вода будет. Во, друже. Это просто шедеврально. Вот, поближе вам сделал. Вот. Очень красиво. Дальше ждите комикс, который я не доразукрасил и не написал текст. Вот. Не знаю. Вот. Вот. То есть, если вы сложите все картинки, вы поймете. Потом анорексия, как бы не ешь. Я, в принципе, не анорексик, но, не знаю, меня эта тема очень заинтересовала, потому что про нее очень часто начали сейчас говорить. Да и вообще раньше про нее много говорили. В Ютубе сколько я видео пересмотрела насчет этой анорексия, булимия, потом еще там что-то. И как бы насчет булимии и вот этих вот болезней я не очень понял, потому что, не знаю, я не очень понял, что это обозначает. Но сама по себе анорексия, блин, это просто
любые девушки на самом деле. Есть парни, конечно, анорексики. Я ничего не говорю, но, блин, ребят, знаете, если вы хотите, как бы, думать, что вы постоянно толстый, если вы хотите сдохнуть мучительно и медленно, то поздравляю, это вот самая такая хорошая болезнь, от которой вы очень медленно подыхаете и при этом мучительно. Вот. На канале каком-то шло видео еще в прошлом вот году, шло какое-то вот говно, где показывали анорексичку, которая пипец какая толщая, и как бы она могла умереть, но она начала есть, ее заставили кушать. Вот, она боялась есть то, что она себе запрещала. Ну, как бы она вот сейчас ест, да. Это очень прикольно вообще смотреть. Вот. Ребят, если кто-то из вас хочет похудеть, просто ешьте поменьше, считайте калории. Это самое хорошее, что можно вам посоветовать. И, блин, если кто-то хочет весить 40 с чем-то килограмм, 42, к примеру, как все практически анорексички пытаются, то, блин, сначала подумайте, а надо ли вам это. То есть вы можете спокойно весить хотя бы 48, и при этом нормально все будет. И да, еще кое-что. Не вешайтесь на весах каждый день, когда вы худеете. Потому что на весах одно, а тело выглядит по-другому. И прежде чем вы худеете, сфоткайтесь, ну, полностью, как ваше тело выглядит, и старайтесь меньше употреблять вредной пищи и мяса, да. У вас, во-первых, будет легкость, во-вторых, не обязательно становиться полностью веганом, но можно отказаться от мяса, которого вам точно не надо. То есть вы можете употреблять мясо, но при этом не нужно, как бы, блин, я не знаю, как бы не нужно полностью отказываться от мяса, просто надо его есть намного меньше, чем его едите. Потому что, если так подумать, то один человек в год употребляет очень много мяса, и как бы не задумывается насчет животных, которые сдохли, и вообще. В общем, я не знаю, к чему я это говорю, в общем, да. Здесь, короче, у меня чистый лист, потому что здесь я хочу нарисовать канеки. Потом следующий тоже чистый уто хочу нарисовать. Потом пыталась нарисовать портрет одногруппника, и как бы ничего не получилось, я стёр. И вот, следующая, вот такая вот няшка. Да. Ну, знаете, вот, я, наверное, сниму отдельное видео про анорексию. Я не против анорексии, но в нормальном, как бы, виде. То есть анорексия, которая не является болезнью. То есть две, можно сказать, анорексии. Есть два типа анорексичек. То есть одни знают свою норму, знают, как правильно что делать. А другие просто, извиняюсь, идиотки, которые думают то, что они делают все правильно, но на самом деле они просто портят свой организм. И потом психуют, ходят, то, что они толстые, а на самом деле они худые, как щепки, и пипец просто. Потом вот такой у меня канеки, это уже получается третий сезон. И вот как бы его, типа, сторона другая, и как бы он. Да, но у меня ничего не разукрашено, не стала я ничего разукрашивать вообще. Значит, потом здесь тетрадь смерти, я не знаю, что я имел в виду, как бы, но я хочу, типа, это здесь нарисовать. Потом здесь я хочу нарисовать Рюка. Потом я хочу нарисовать Элла. Элла у меня уже нарисована, он нарисован на альбоме, а здесь я хочу какого-нибудь другого, в сидящем или в каком-нибудь там другом положении, я не знаю, откуда. А дальше у меня появились новости. Подождите, я глупышку. А, класс.
Ну, в общем, новый стиль. Этот стиль у меня появился просто от одной девушки, которая тоже ютуберша. И не знаю, мне захотелось попробовать рисовать, как она. Попробовать себя в чем-то новеньком. Я стараюсь частенько рисовать в новых каких-то стилях, что-то стараться делать новое, чтобы совершенствоваться, да, и найти собственный стиль. Ну, мне их очень много, но вот такое вот чудо я нарисовал. Да. Я, кстати, потом начал рисовать уже реально без зрачков. Я, если честно, не люблю рисовать зрачки, потому что глаза сразу уродские, обхуренные, как я называю. И начал рисовать везде туннели, блин, я не знаю, мне начало это нравиться, рисовать везде туннели, типа, тем самым показывая, что как будто это я. Кстати, да, это можно сказать, что реально я. Правда, у меня не такие большие губы и не такие большие глаза, но волосы у меня сейчас примерно такие же, и туннель, в принципе, такой, какой я примерно хочу. Ну, может, чуть меньше, может, чуть больше, не знаю. Вот, следующий у меня недорисованный рисунок. Ну, в общем, вот так вот он выглядит. Вот, по идее, он должен вот так вот быть, но я его сделала вот так. И фон я хочу сделать черный, да. И, по-моему, очень прикольно. И, если честно, у меня очень прикольно получились глаза. Они получились очень даже натуральные, потому что когда я начала рисовать аниме, я вообще перестала рисовать человеческие глаза и разучилась это делать. Мне просто не получалось. Да, поэтому вот. Я попробую приблизить. Вот. Видите? И глаза. И вообще лицо. Оно очень красивое. Да. Оно очень красивое. А дальше это вот такие вот рыбки. Ой. Рыбки, вот, золотые рыбки. Я сама рыба по знаку зодиака, так что да. Меня бабушка часто называет золотой рыбкой, поэтому я ее не нарисовала. Потом идет вот такая уже картинка, здесь еще страшнее, но больше похоже на меня. И, короче, была такая фигня, то что у меня получились уши гораздо короче, чем они, по идее, должны быть. И мне пришлось нарисовать вот такие вот большие туннели. То есть я не хотела рисовать туннели, но все же нарисовал, потому что получилось, да. А на этой стороне у меня, короче, испортилось все, оранжевое все. Вот из этого рисунка. Здесь все у меня карандашиком и лайнером, да. И вот на вот фоне я хотела написать текст вот так вот тут вот белым на черном, да, просто офигенно было бы, но как вы понимаете, да, я не дорисовала еще. Потом вот такой вот динозаврик, он тоже не дорисован, и это, можно сказать, мой первый динозавр, которого я вообще рисовала в своей жизни. Вот так вот, и, в общем, прикольно, по-моему, получилось. Мне очень нравится его мордочка. Да, но это тоже недорисовано, и я еще не придумала, что здесь будет. Как вы поняли, у меня реально здесь тут просто наброски и недорисованные картинки. Я первый раз один кушаю. Я пила только чай. А время уже... Время уже 15:00. Я проснулся в 11:30 с чем-то, когда позвонил брат. О. Следующая картинка — это попугай. Попугаев я тоже вообще ни разу не рисовал. Я вообще почти не рисовал птиц, как они должны выглядеть. Я просто рисовал типа вот такие вот вдалеке, там всякие закорючки. Да. То есть птиц я вообще ни разу полностью их не рисовал. И попугай у меня получился с первого раза очень даже ничего. Следующий у меня слегка так еще не дорисован, то есть просто набросок карандашом. Ну, в общем, вот так вот он выглядит. Да, не знаю, обкуренная баба какая-то, но, в общем, да.
Ну, лицо получилось неплохое. Мне помогла подружка слегка с носом и губами. Ну, в принципе, да. Все супер. Вот. Следующая моя любимая, вот такая вот картинка. Она не доразукрашена, но она дорисована, ребят. И вот вы уже видите, как она выглядит. У меня в ВК есть фотка даже с ней, с этой картинкой. Как бы, я не знаю, я хочу тоже какой-нибудь темный фон, а вот, вот это вот, как бы вот эти вот, типа листиков, хочу, чтобы они переливались цветами, да, это было бы прикольно. Следующий вот такой вот рисунок, я хотела сначала нарисовать слегка престарелую женщину, ну, вышло вот это вот чудо, не умею старушек рисовать, ну, как-то так, да. Я на этот рисунок забил, я его не хочу стирать, потому что, не знаю, просто не хочу. Следующее, это вот рука недорисованная тоже, не знаю, что я пытался сделать, пытался ее разукрасить, но в итоге я сказала то, что нет, пускай она лучше такой останется, и все, да. Потом пытался нарисовать человека, не смог опять. Потом пытался опять нарисовать какой-то вот такой вот получился динозавр недорисованный. И, в общем, да, я вам говорю, я не умею рисовать динозавров. Когда. Блин, короче, этот он так свет прикольно падает, что у меня просто лицо все розовое. Круто. Вот, следующий у меня посвящается губам, носам и глазам. Да. Здесь я, в общем-то, пытался научиться рисовать глаза, губы и нос. И мне здесь подружки помогли, как бы показали, как примерно надо рисовать нос. Вот. Как бы да. Следующие уже рисунки из игры. Я пыталась нарисовать персонажа, так как я его представляю в таком мультяшненьком виде, но я рисовала 42 раза его, ни тот, ни другой не очень. Вот первый рисунок, вот такой. Если кто-то играет в компьютерные там всякие видеоигрушки и такое, я думаю, сразу его узнают, если играют в такую игру вообще. Вот, здесь я уже, кстати, подписал, сейчас я приближу. Извиняюсь за бабушку, но в общем, вот. Она будет без меня. Ну, в общем, и вот такой же он получился. Ну, здесь он получился, знаете, более-менее, но там он получился симпатичнее, да, чем здесь. Следующий, значит, рисунок я рисовала совсем недавно, я пыталась нарисовать что-то в виде кореянки, вот, и мне получилось вот такой вот набросок, очень даже неплохой, по-моему, симпатичный, но это очень такой прям набросок. Значит, следующее, цветок, тоже недорисованный, вот такой, и, как вы видите, рука не получилась, не знаю, в последнее время у меня с руками какое-то говно, особенно в прошлом году. Вот, здесь просто так... Ну, в общем, ребят, вот, камера просто отключилась. В общем, вот, это просто набросок, как у меня тут люди должны испугаться, и все. То есть дальше у меня ничего нету. Мне скорее всего, камера опять включится. С этой стороны у меня вот такой вот рисунок, когда я в библиотеке был, показывал просто примерно, как надо рисовать лицо, детям показывал, как я примерно его рисую. Потом, не знаю, смотрела токийский культ, придумывала, как обычно, маски. Когда я смотрю его, да, очень-очень классно придумывать. Потом, вот моя любимая маска. Очень симпатичная. Да. Здесь опять у меня глаза и губы идут. Вот. Ну, это даже неплохо, да. И потом дальше все. То есть,
Как вы поняли, у меня очень много недорисовок, набросков и так далее. Вот. Сейчас мы даем ВП-шку. Господи, как здесь слышно мою бабушку. Ребят, сорян. Но я не виноват. Ну, в общем. В общем, ребят, видео у меня скоро закончится, так что спасибо, что вы со мной покушали, если кто-то со мной кушал. Я уже съел, вот, съел всю тарелку. Чай у меня тут немножко осталось, но там просто сахар и как бы, да, потому что чай холодный, сахар почти не взмешался. Вот. Извиняюсь, если вы слышите мою бабушку, потому что это, можно сказать, поместь в моем видео. Вот. В общем, всем приятно, кто вообще сейчас будет идти кушать. И вообще, спасибо вам за все, что вы со мной были, присутствовали. И я вас просто обожаю, да, вас люблю. И, в общем-то, всем до скорого. Надеюсь, вы тоже хорошо провели Новый год. Да. И не забывайте то, что в моих как бы видео я говорю правду. Я вообще не пишу, кстати, текст для видео, чтобы вы знали. Вот. И еще кое-что. Не забывайте то, что бывает, выходит видео про лето, про мою жизнь до канала. Так что не забывайте, что есть такие видео, и они присутствуют в канале на ВК. Так что, ребят, приходите и смотрите, какой я был раньше и как я очень сильно изменился. Потому что раньше у меня были каре, и они были моими. Так что да. В общем, ребят, всем до скорого и пока. Ой, блин, вот это как это называется, вот это реально. О-а-а! Я так заморался. Оранжевый цвет потек. Потек, господи. Блин, я сейчас весь буду в акриловой хрени этой, господи. А, кошмар, ребят, кошмарно. Я весь в этой хрени. В общем, вот такая вот картинка, да, вот такая вот картинка. Вот. Чтобы вы знали, это Корея. Да, я пыталась нарисовать корейцев. Вместо этого вышло вот это. А, господи, да. И полетела. Ребят, у меня здесь елка стоит. У нас стоит елка. Она вся сыпется, когда я включаю эту хамеру и вообще что-то делаю с хамерой. А, надо ее выкинуть. Новый год закончился, надо выкинуть.